В этом видеоролике мы с вами разберем, как правильно зарегистрировать почтовый ящик на сервисе yandex.ua. Итак, для начала я рекомендую, в принципе, придумать и записать данные для регистрации. Это можно сделать как в текстовом документе, так и посредством программы Word или на листе бумаги. Итак, в принципе, я использую блокнот, пишу почта yandex.ua. Так как это тестовый видеоролик, я беру имя, фамилия выдуманная. Дальше мне нужно придумать логин. Это логин должен состоять из английских букв и цифр. Вот так вот желательно. Дальше собачка. Яндекс. .ua.ru, это вы уже в принципе будете смотреть дальше по регистрации. Дальше нам нужно обязательно придумать пароль, это очень важно. В принципе, более-менее сложный пароль должен состоять из нескольких букв, цифр, потом больших букв, маленьких и нескольких цифр. Вот такой вот. В принципе, иногда можно добавлять специальные символы. И далее мы придумаем вопрос секретный и на него ответ. Так как я уже говорил в других видеороликах, вопрос может быть абсолютно любой и ответ тоже абсолютно любой, не относящийся никакому, в принципе, да, то есть никакой теме. В принципе, после того, как мы придумали, записали эти данные, далее мы заходим в браузер, прописываем yandex.ua или yandex.ru, но, в принципе, в данном видеоролике я хочу показать, как можно регистрировать почтовый ящик без использования мобильного телефона. Допустим, почему это важно? Потому что, ну, допустим, вам нужно несколько почтовых ящиков, номер телефона, да, допустим, у вас один. Вот. Поэтому, когда вы заходите на yandex.ua, в принципе, вот через этот адрес у вас с правой стороны есть «Завести ящик», нажимаете. Далее, видите, оно, в принципе, перебрасывает на yandex.ru. Здесь есть форма такая. И здесь самое главное, чтобы вот вы сразу видели, чтобы было «У меня нет телефона». Вот, вот это вот такая, вот такая надпись активная. Если это она есть, значит, все, дальше вы можете начинать регистрацию. Значит, давайте имя, фамилия возьмем. То есть, в принципе, у нас все данные есть. Мы просто подставляем аккуратненько, не спеша. Вот таким вот способом. Далее придумайте логин. В принципе, система, видите, то система, может быть, подберет вам что-то. Я возьму то, что я уже придумал. Вот так вот. Так, далее пароль. Видите, написано логин свободен. Значит, теперь берем пароль. Деляем, копируем. Так, вставляем. Так, надежный, видите, пишет. И повторяем, все верно. И дальше нажимаем «У меня нет телефона». Далее предложит вам система выбрать контрольный вопрос и ответ на него. Значит, давайте посмотрим, задать собственный вопрос. Вот. То есть собственный вопрос мы, так как я и говорил, можем придумать абсолютно любые значения. И также само ответ на него, то есть вообще, ну, то есть это могут быть совсем, ну, любые цифры или слова, или буквы. И дальше мы должны написать капчу, что мы не являемся роботом. Так. Так, дальше у нас стоит галочка. Кстати, если вам не виден код, вы можете всегда нажать другой код и капча обновится. Нажимаем «Зарегистрироваться». Так, и в принципе здесь вот какое-то такое окно, ну это уже здесь по усмотрению, закрываем его, и вы попадаете в свой почтовый ящик. Спасибо за внимание и до скорой встречи в следующих видеороликах.